Привет, друзья! Компания «Россельмаш» не перестает удивлять новинками техники, которую она предлагает российским аграриям. Одной из таких новинок стал энергонасыщенный трактор РСМ-3535, представленный на выставке «Агросалон», проходившей в Москве осенью 2017 года. Этот трактор является представителем линейки тракторов 3000 серии. Она будет представлена модификациями 435, 485, 535 и 575 лошадиных сил. Эти тракторы предназначены для энергоемких операций при сравнительно небольшом расходе топлива. Экономия топлива составляет от 5 до 10% на различных операциях по сравнению с другой техникой подобного класса. Выбор трактора 3000 серии экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 2500 гектаров. Трактор РСМ-3535 – это надежный сбалансированный трактор, который по технико- и экономическим параметрам превосходит многие тракторы аналогичной конструкции. Трактор шарниросочлененной конструкции состоит из передней и задней рамы в сборе. Между собой они соединены вместе мощным центральным шарниром. Модульная конструкция трактора – это означает, что основные компоненты представляют собой отдельные блоки, установленные на переднюю и заднюю рамы – облегчает техническое обслуживание и увеличивает срок службы, благодаря уменьшению конструкционных напряжений в узлах машины, а также улучшает их ремонтопригодность. На тракторе установлен известный многим и давно зарекомендовавший себя с положительной стороны 15-литровый дизельный двигатель Cummins QSX-15. Он представляет из себя рядный шестицилиндровый двигатель с электронным управлением впрыска топлива, насос-форсунками, регулируемым уровнем турбонаддува с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха и четырьмя клапанами на цилиндр. Он развивает номинальную мощность 535 и максимальную 572 лошадиные силы, а крутящий момент превышает 2400 ньютон на метр. Такие показатели в совокупности с отличным запасом по крутящему моменту в 35% позволят трактору без проблем работать с различными сельскохозяйственными машинами и агрегатами шириной от 18 до 24 метров. А топливные баки с суммарным объемом в 1350 литров дадут возможность работать без дозаправки длительное время. Кроме того, центральное расположение топливных баков и тяговый брус, закрепленный практически по центру масс трактора, обеспечивают лучшую балансировку трактора, так как не нарушается разрисовка по осям в процессе работы. Оптимальную скорость движения трактора при выполнении той или иной операции с переключением под нагрузкой обеспечит автоматическая трансмиссия Power Shift с 16 передачами переднего и 4 передачами заднего хода. Оснащение тракторов «Россельмаш» спаренными шинами даже в базовой комплектации уже стало стандартом. Этот трактор также не обошла эта традиция. Уже в самой начальной комплектации он будет поставляться со спаренными шинами размером 800x70 R38. Без которых невозможна реализация всей мощности машины при выполнении энергоемких операций. Кроме того, отличием этого трактора от остальных стало его оснащение уже в базовой комплектации блокировками дифференциалов переднего и заднего мостов. Сами же мосты усилены с внешними планетарными передачами. Гидравлическая система с закрытым центром и компенсацией потоков в зависимости от нагрузки в базовой комплектации питается от гидравлического насоса производительностью 201 литра в минуту. По отдельному заказу доступна гидравлическая система High Flow с производительностью гидравлических насосов 401 литра в минуту. Такая производительность гарантирует не только быстрый подъем рабочих органов сельскохозяйственных машин на разворотной полосе, но и гарантированную работу нескольких гидромоторов, например, на широкозахватных пассивных комплексах. В стандартной комплектации трактор будет оснащаться гидрораспределителем с 4 парами гидровыходов, а в исполнении с высокопроизводительной системой High Flow будет устанавливаться 6-секционный гидрораспределитель. Для присоединения сельскохозяйственных машин и орудий в базовой комплектации трактор оборудуется поворотным тяговым брусом с пальцем диаметром 50 мм. Для особо тяжелых условий эксплуатации трактор может оборудоваться усиленным тяговым брусом с диаметром пальца 63,5 мм. Также опционально доступна трехточечная навеска 4-й категории грузоподъемностью 6,8 тонн,
и вал отбора мощности 1000 оборотов в минуту. Для удобства работы с навесными машинами на навеску может быть установлено автосцепное устройство Quick Hitch. На трактор будет устанавливаться двухместная просторная кабина Deluxe, в которой есть все необходимое для комфортной работы оператора в течение продолжительной смены. Продуманный климат-контроль создаст оптимальные условия, независимо от температуры окружающей среды. Кресло оператора с подогревом, пневматическое, полуактивное, с 11 регулировками, включая возможность вращения вокруг оси на 32 градуса, что очень удобно для контроля над агрегатами во время работы. В его правый подлокотник интегрирована эргономичная панель управления трактором. Удобный джойстик обеспечивает управление не только направлением движения и переключением передач, но и подъем-опускание трехточечной навески, управление некоторыми секциями гидрораспределителя и активацию автопилота. Управление другими секциями гидрораспределителя производится при помощи переключателей, расположенных под правой рукой. Цветной сенсорный дисплей диагональю 8,7 дюйма отвечает как за визуализацию и настройку всех параметров работы трактора, так и за мультимедийную систему. На этот трактор уже нет необходимости устанавливать отдельную магнитолу. Радио и мультимедийный проигрыватель встроены в бортовую систему трактора. Панорамное остекление обеспечит хорошую обзорность вокруг трактора. Производство данного трактора уже в скором времени будет налажено на производственных площадках компании «Россельмаш». Первую партию тракторов данной серии планируется собрать уже в 2019 году.